удочки там катаются. Не, жарко. На воде тоже солнце печет. На лодке. Ну, сейчас уже не жарко. Сейчас же нормально. Ну, вообще. Сейчас самый тут. Так, вон. Опа, вот велосипед, мотоцикл. О, о, о. О, летят. О, нет. Бедные люди. Летят. Ну, бедные только мы. Бедные только мы. Бедные только мы. Вот, да, все машины. Правильно. Они не приедут, не затут. Они приедут. Вот это. И в Турцию сюда приеду. Да везде не поесть, чего не приехать. Юля, ты не успеешь. Такую погоду. Кто первый нырнет, там еще мороз летит. Передачу слышала, только что передавали, что кошку, кошек не, нельзя стричь. Потому что у них нарушается баланс. А я не знала. Много пишут. Баланс. Надо вычесывать. У них подшерсток вычесывается, и тогда им легче. Кому нечего, то пускай вычесывает. Не, ну а я еще про кошки буду забыть. Вот. Я их вон двоих как расчешу, так мне аж плохо становится. Ну так это ж ты не целыми годами, а один месяц только. Да нет. Кошка чужая, не моя, мне ее не жалко. Но мне временно должна была быть. То есть за Софьей. Если бы Софья не аллергия, она бы сейчас уже была в Москве давно. Да, я не понимаю. Не дождусь, когда ее не станет, честное слово. Я всю жизнь провела эта кошка. Мне плохо от нее, от этой шерсти. Давай продадим. Дышу. Ну, я уже всем куда только хотела. Коттеджи куда-то пристроить. Ну, у всех есть. Даже Коле хотела. Коля сказал, ну, есть у меня уже кошка, я забрала. Говорю, кош, Коль, я покормила. Я дышу этой, вот этим волосом, я дышу. У меня прям в воздухе он витает от нее. Несмотря на то, что я убираю. Пылесос забился ее. Вот сейчас ее уже давно нет. Я пылесошу, и все равно там это самое. Кошачья откуда-то. А куда поедем? Туда, где были вчера. Тут потому что будет народ и здесь. Ну, тут, по-моему, сегодня уже место есть. Ну, как ходить? Не надо. Нет, тут грязь. Вот заходить вообще. Ага. Тут гулянь сколько. Нет, заходи. Я не из-за того. Из-за того, что заходить невозможно. Заходить и выходить. Там тоже заход не очень хороший. Да, да. Видишь, народу сколько здесь? Народ что не важно, за колеса такие, в эту резина? Я как зашла, я вообще такой не узнала. Такой пыль поднимает всегда. Вот мы нет, едем сзади, нас нет. Такой пыли нет. И в воде тут все сидят. Ну, в воде везде много. Ну, тут обычно снизу. Хотела вдоль берега проехать. Сегодня может место. Быть. Ты хочешь туда дальше проехать? Да, можно было поискать. Там такие места были раньше. Ну, опа, что приятные. А тут у нас что? Может, там будет занято. Ой, Саш, ну есть же. Что ты? Чего ты в траву боишься? Надо машину тоже, чтобы проехал. Что-то он там снимает. Остановились, понимаешь? Битком народу, столько машин и мы. Ну, на кривом. Какая пыльная машина впереди. Ключевом. Господи, что у нее за резина? Они все такие. Да не все. Вот проехала мимо, ты видишь, ничего. А этот едет, из-под него прямо столб поднимается. Вот глянь. Ты видишь, сразу. Мы едем, у нас тоже сзади нету такого шлейфа. У него цепкая, большие глубокие борозды, наверное. Не знаю, что там у него. Так, всю пыль в дороге поднимает. Хотелось бы, конечно, проверить, как у него бережок другой. Не, это надо как-то... Ну ладно, а то может там комары какие-то. Ну что, направо поедем опять? Поехали. Ну как бы, как вчера. Ну давайте. Дело было вечером.